Партнер программы ООО «МКК ЦМФ». Микрозайм 321-321. Орск. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Это будет насыщенный событиями день, удачный для личной жизни и свиданий, а также для осуществления профессиональных амбиций. Откроется новое дыхание, прилив сил обеспечит хорошее настроение. Телец. Дополнительные усилия и ваша настойчивость сегодня могут принести очень хорошие результаты. Успешный день для шопинга, самые качественные товары станут вашими. Близнецы. Вы сможете успешно разрешать любые конфликты. Они будут тонуть в вашем спокойном отношении ко всему, вашей жизнерадостности и доброжелательности. Рак. В этот день ощутимо укрепятся отношения с вашими детьми и с партнером по браку. Лев. Вы отдадитесь творчеству, и это будет проявляться во всем – в экспериментах с имиджем, непривычных подходах в общении, в небывалом вдохновении. Воспользуйтесь моментом. Дева. Отношения с родственниками будут находиться в начальной стадии конфликта. На вас будет оказываться моральное давление. Но вы не захотите прогнуться и окажете жестокое сопротивление. Весы. Это самый удачный день недели для интимных встреч, знакомств, любовных объяснений, для отъезда в дальние края, для командировок, туризма и отдыха. Скорпион. Мир будет благоухать новизной и обещанием праздника. Вечером накопится большая усталость и раздражение избыточным общением с противоположным полом. Стрелец. Обстоятельства потребуют от вас дипломатического опыта, так как кто-то из вашего окружения начнет выплескивать наружу лавину бурных, неконтролируемых эмоций. Козерог. Забудьте о проблемах, они решатся рано или поздно, и наслаждайтесь водопадом романтических переживаний. Водолей. Поход по магазинам в этот день будет весьма удачным. Баснословный и безоговорочный успех ждет вас в таких жизненных сферах, как любовь, деньги и увлечения. Рыбы. День принесет начало новых романтических отношений. Мысли о прежнем сердечном друге будут смущать вас, но начало романа неизбежно. 321 321. Микрозайм поможет всем, если денег нет совсем. Займа от 100 рублей до 30 тысяч за 15 минут.